мотор работает. Сейчас будет наш комитрос. Ага. Вот. Нужно одну ногу правую или левую вперед выставить и вперед, чтобы трос немножко натянулся. Вот когда так я дам команду бежать, наоборот, корпус сел назад, отнесись. А тангем да. 1,5 метра встречный, активно пошел, пошел. Понял, без команды не садитесь, садитесь. Подождите, 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 я скажу вам. Побежали, бежим! Бежим, 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 бежим! Все, полет состоялся. Все, садитесь по углу. Бля, классно. Классно, конечно. Не сели? Не сели мы. Вот так вот, да? Еще, 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 еще сильнее. Вот, вот, вот. Ага. Классно, конечно. Это максимально, да, уста уже? А? Максимально, да, уста? Вот это уста. Да. Да, есть такое дело. Жизнь вообще на эффекторе. Прикольно. Прикольно, блин. Реально зависаешь. Как будто вниз летишь. Ниже и ниже падает. А с парашютом, когда вот такая невесомость постоянно, да, такое ощущение? Да, там очень большая скорость снижения. Если у нас 3 метра в секунду, то у них там до 18. Потом в конце, только, ну, вернее, разгон постепенно теряется, и там до 5 метров в секунду снижение. Так, встаем без подвески, вешаем ноги. Встаем. И делаем несколько шагов вперед. Делаем, 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 делаем. Все, молодец. Угу. Привет. Всем привет. Все здорово. Полет удачный.